ты что, в дочку не выстрелишь? Ты закроешь дверь? Ах ты, скотобаза! Вы на канале Katie's Games. Всем приветики, ребятки, вы на канале Katie's Games, и у нас сегодня с вами будет видеореакция на мультфильм «Дроны-убийцы», первая серия, пилотная. Короче говоря, у меня очень интересная история с этим мультиком. Я первый раз скачала, мне сказали: «Катя, ты чё, мне мой подписчик верный, преданный, муа, спасибо, Николай», модератор мой сказал: «Катя, почему ты не скачиваешь видео? Ну это же так легко, скачала видео и сидишь смотришь, без рекламы, без всего, спокойно». Я говорю: «Блин, гениально». Скачала видео, смотрю потом, ну уже собираюсь садиться, снимать, все, включаю, а оно на английском. Такая: «Не поняла». Окей, удалила, скачиваю повторно, думаю, ну может я случайно, может я не заметила то, что там было на английском, есть же два варианта, на английском и на русском, от того же самого глича. Вот, думаю, ну может быть я как бы не то скачала. Окей, нахожу специально на русском, копирую ссылку, вставляю, скачиваю, а он, прикинь, скачивается на английском. Я не знаю, как это работает, но я тебе зуб даю, голову на отсечение. Серьезно, я скачивала на русском. Вот, короче говоря, не знаю, как так получается. Видимо, мне не везет с этим мультиком, поэтому давай, так как это у нас пилотная серия, так как это у нас пилотный выпуск по этому мультику, если он вам понравится, мы будем записывать дальше, если нет, то будем искать что-то еще. Вот, что еще? Мы будем смотреть с Ютуба. В последующем я попытаюсь его скачать с переводом, и как бы, ну, чтобы все было прям по красоте. Ну, а пока что буду... Ну, куда как бы деваться? Некуда деваться. Вот такая вот я лохушка, вот так вот мне не везет, я знаю. Glitch Production. Дроны-убийцы. Я вообще ничего не знаю про этот мультик, если людям что. Разрабатывать шахты экзопланет для нашей межзвездной материнской компании Джейси Дженсон в космосе. Да, нас угнетали ради незамерзайки, но не поймите неправильно, мы не бунтовали и не перебили всех людей или что-то в этом роде. Они скорее... Реально? Сами прекрасно с этим справились. Какая жиза, типа, никто людям жить не мешает, но они сами устраивают войны, оружие изобретают, всякую фигню делают, лишь бы по... Ой, какая снежинка красивая. О! И когда вся жизнь на планете была стерта, мы без труда нашли применение всему, что после нее осталось. Наконец-то наше будущее в наших руках. Как это мило. Жаль, правда, наша материнская компания не очень оценила идею беглых ИИ. А зачем им курточки? Они же роботы. На них холод не влияет же, по идее. Главное, трусиков нет, шортиков нет, брючек нет, есть только курточки. А, так там курточки все закрывают, понятно. Больше вопросов нет по поводу курточек. Это кто? Это и есть дроны-убийцы? Эти типа нормальные роботы, а те дроны-убийцы? Дроны-убийцы. Смотрите в кино с 25 апреля. И что наши родители делали все то время, пока эти штуки строили шпили из трупов? Прятались за тремя ущербными дверями подо льдом! Как будто мы только и ждем, когда нас всех грохнут! И поэтому мой научный проект — это чертов мать вашу рельсотрон! Это вообще не круто! Не ссыте, придурки! Он не работает! Пока! Пока не работает! Кто-то сомневается, и не зря! Так, странная девочка какая-то максимально. Узи, твоим заданием была всемирная проблема покупки арбузов. О, выходит, этот конвертер фотонов с магнитным усилителем не считается? Нет. Плюс данное эмоциональное выступление стоит только 2 баллов в этом блоке. И разве он должен быть такого цвета?
Ой, всем кобздец, да? Не мойте свои руки, вы же роботы, идиоты. А там сзади было написано. Ну блин, она выжила. О, блин, такой кринж. Как обычно, токсичный качок, чат. И мне это никогда не аукнется. Оху, эй, Узи? Я слышал, ты... Я психованный подросток, Тед, выкуси! И вообще, откуда имя узнал? Это Триша... Не успел. Ну, я бы сказал, мало кто не знает дочку. Так, Кхан? Хан нуждается в тебе? Кухана. Ну, ты можешь снести себе другую половину лица. Дрон года, Хан Дорман? Проблемы с отцом, оборжаться. Ну, у тебя-то что? Тестостероном передоз? А так бывает? Круто. Эй, а с бинтами ты прям бомба. Оу. Жуть, на кой вообще ты это сказал? Так, что за... Чёртов мать твою, рельсотрон! Фред сайфайщика, что точно работает! Сегодня я проникну в логово дронов-убийц ради последнего... О, три шага, стой! Положи, кинь. Reflect on who you deserve this. Я не знаю, как это переводится, не знаю. А вон, смотри, your hands are a robot, idiot. Идиот, не знаю, как это будет. Don't die, lol, не умирай. Понятно. Вот эта девчонка, она какая-то максимально странная. Она, по-моему, поехавшая. У нее какой-то переходный возраст. Она тут такая, ты сказался. Она такая, дезотрон. Средние запчасти для спасения мира. Максимально странная. И что отец зауважал и так далее. Но в основном все ради спасения мира. Оу, но разве твой папа не делает офигенные двери, чтобы нам не... Не делать все эти жуткие притесняющие вещи, про которые ты говорила. Никаких отзывов о моих притеснениях! Прости, я не подумал. Выкуси! Она мне не нравится. И если что, я на тебя не злюсь, это все гормоны шалят! Ну я говорю, да, у него гормоны, кажется, шалят, потому что подросточек. Кобздец. Красиво, так. 3:00 утра. Жестко. Новая идея. Идея. 3:01, 3:25. Это она дома? Там какая-то новая идея, типа сделать новые двери или что-то такое было написано на этом на бумажке, на липучке, но вот это как это называется, я не знаю. Так, специальный ключ для дверей. И куда же наша мисс намылилась? Типа по-тихому слинять к парню, который у меня точно есть. Ты что, серьезно? Да ладно, ладно, ты меня раскусил. В общем, мне нужно измерить внешние гидравлические механизмы первой двери, потому что это... Проект, который, ну, типа для школы. Здоровенная дверь, прям как та, что мой старик сделал. Короче, я хочу вступить в ООР и прятаться за дверьми, как трус, играя в карты и прочее. Ну, в карты мы тут не играем. Хан, за колодой новой не сбегай. Мы тут так часто играем в карты, что номера на них стерлись. О, здоров, Узи! Понятно. Ну, когда твои двери лучшие. Хорошая дверь. Хорошая дверь. И драться нет нужды. Узи, это же отличные новости. Вот, ключ, что я использовал при затягивании гаек на своих первых прототипах дверей. И что избавил твою мать от страданий, когда дроны убийцы впрыснули ей на нитовую кислоту? Хочу, чтобы он был с тобой. У нее что, матери нет, да? Мило. Терапия — это весело. Ребят, моя дочь увлеклась... Али, может, он ее разобрал, а не убил? Я подумала, что он ее убил. Ну, он какой-то еще такой странный этот гаечный ключ. Но, наверное, он ее не убил. Наверное, он ее типа разобрал, да, как-то переделал, вылечил. Они все-таки роботы, а не люди. Им гаечный ключ подходит. Она погуляет чутка снаружи, чтобы изучить облицовку первой двери. Дверь к твоей судьбе уже ждет.
Блин, вот наивный папаша. Воды. Я, пожалуй, пойду, потому что это странно, но сработало. Двери рулят! Как же быстро они растут. Вот наивный папаша, я не могу. А тут получается, как в метро, да, не входить. Тут как в метро, да, то есть снаружи есть какие-то страшные штуки, да, типа, и поэтому наружу нельзя выходить. Но как бы, типа, как, ну, в метро они живут в метро внизу под землей, а эти живут как-то, типа, за плотными дверями в каком-то здании все вместе или что? Дверями, дверьми. Дверьми, не дверями, извини. Так, трупик человеческий. Что это такое? Капсула какая-то, нет? Так, кто-то приперся. А, кто-то прилетел даже. Фига себе. Жестко. А это какая-то батарея, да? Она сейчас будет с ней сражаться, дурочка, ты что делаешь? Командир отряда в этом городе. Вообще-то нет, все говорят, что я ужасно бесполезен. Стой, я не должен был говорить эту часть, зараза. Ну, честность — это залог успеха. А еще я подзабыл последние 3 часа жизни, но я думаю, оно само как-то вспомнится. Понятно. Я, пожалуй, пойду. Еще рука направление показала. Ужалилась? Да просто в рот засунь. Наша слюна нейтрализует нанитов. Иначе бы я постоянно демонтировал себя. И под нашей слюной ты имеешь в виду... Дрона-демонтажника? Точно! Эй, погнали в ту посадочную капсулу! Давай, я за любой кипиш! Ой, фу! Мила! Думаю, я открыт для чего-то нового. Давай просто забудем об этом. Забудем о чем? Считай это захоронено. Йоу! Ты упомянул других членов своего отряда. Как скоро они вернутся? О, да, двое.
Они сейчас охотятся, но ты их полюбишь. Первая у нас Ви. Прошу, не заставляйте меня есть свои внутренности на глазах у семьи! И все еще ничего не чувствую. Итак, Ви, я слышал, что этот токсично-смертельный дождик будет лить вечером по всей планете. А? Боже, ты еще кто? Ничего, я Н. Одну букву вряд ли запомнишь. Так что очевидно, что у нас взаимоуважение, но тайком я вроде как запал на нее. Я ни слова, ладно? А теперь Джей, наш лидер. Энн, ты никчемный и жалкий. Если бы не компания, я бы тебя грохнула на месте. Джей классная. Эй, хочешь тур устрою? Снаружи стены из трупов всяких, а тут кнопочки. Это не посадочная капсула. Это корабль. Мы сможем улететь с планеты. Скорее, одноразовый заряд. Нас вообще не учили приземляться. Нет, я... дроны рабочие. Мы же можем все починить, работая с ними. А не убивать их! Кстати, зачем мы вообще это делаем? Помимо высасывания у них теплого, сладкого... Масло, чтобы не перегреться и не умереть? Думаю, я просто хочу быть полезен. Мне поручили работу, и я всегда выкладываю. Теплого сладкого масла, чтобы не перегреться и не умереть? В смысле теплого, чтобы не перегреться? Тогда холодного, может? Или это, а говорили то, что про антифриз, типа такого, но это от охлаждения, а не от перегрева. Отвысь на полную. Ну и посмотри, как к тебе относятся, Энн! Думаешь, компания не избавится от тебя, когда вы наконец перебьете всех рабочих? Ух ты, а ты бунтарка! Так захватывает! Но не так, как жить по правилам. А, они здесь! Ты... уже свалила! Уже. Так, ну да, 3 минуты, получается, перезаряжается ее оружие. И оно еще не перезарядилось. У нас рабочий снаружи, я как раз хотела научиться делать надувных зверушек. Что случилось? Наш ходячий балласт, по всей видимости, споткнулся и успешно отключился. Банка с болтами! Очнись! О, все, в норму пришел! У него одна лампочка горела красненьким, теперь все горят желтеньким. Думаешь, компания не избавится от тебя, когда вы наконец перебьете всех рабочих? Выкуси! Ты умер, идиот. Спасибо. Оу. У меня там опаснейшее оружие. Простите, снаружи. Чё? Чё там написано? Переведите мне, пожалуйста. В комментах. Я всё, парни. Ребят, вы мои лучшие друзья. Мне не терпится рассказать об этом жене и детям. Зачем мы тут стул поставили? Выкусите! Давай, закрывайся! Ой, он ручку вставил, да? Кабздец. Эй, стол поставили! А ну, сдвинь стулья отсюда все! Там же вторая дверь есть! Бегите быстрее за нее, дурачье! Эй, парни! Я в игре обожаю дурака! Нет, я же собираюсь их убить. Я пас. Эй, хвостик, хватай, убирай. Ёк-макарёк. И чё, кобздец за всем? Вообще, мы играли в козла, так что... Пока! Выпендрёжник. Нет, чтобы бежать, сидит, выпендривается. А чё вторую дверь-то не за... Вторая же дверь есть. Чё они вторую-то не закрыли? Ё-моё. Привет, Узи. Я только сейчас понял. Меня никто не звал по имени, так что просто знай. Я...
Ну что ж, мы этого никогда не узнаем, как же его все-таки звали. Жалко, бедный парень. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Так, оружка перезарядилась, можно стрелять в того же самого. Кстати, я думала, что она выстрелит в этих, в одну из этих теток новых двух, а она выстрелит, получается, в того же самого. Ну, типа, я не думала, что он восстановится, я думала, он так и останется. Такой, дурачок. Это лишь гидравлика. Что? Что ты натворила? Ой, кобздец, пахана, спасай! В этот раз я не промажу. Прости. Так ты вроде во что не промазала. Но я не позволю застрелить Ви из этой штуки. Выкуси! Пап, пригнись! Узи, ты привела дрона-убийцу к моим дверям? Сейчас вообще не время! Да, я налажала, но я все равно собираюсь все исправить! В сторону, пап! Ой, кобздец! Пах, пахан, стреляй, ё-моё! Наведи и стреляй, верь мне. Давай стреляй, только не промажь. Страшный дрон-убийца. Кобздец, ты чё, дочку кинешь? Пап. Ты чё, в дочку не выстрелишь? Ты закроешь дверь? Ах ты, скотобаза! Прикинь, он кинул свою дочку, ёк-макарёк. Ты теперь её пожалеть обязан. Ты её обязан пожалеть. Ты смотри, ее кинул родной человек. Да, жалей давай. Плачь. Вау, Эн. Я сплю или ты правда сделал хоть что-то полезное? Я пыталась пробраться в эти места месяцами. Молодец, Эн. Ты мое имя помнишь? А последняя дверь легко обходится по вентиляции. Кто меньше всех убьет, ест ракету. Кобздец. Молодец, красавчик. Компании понравится. Разгромим колонию и точно попадем в топ за квартал. А это значит... фирменные ручки! Вау! Фирменные ручки! Это то, ради чего стоит всех убивать. Дженсен. Знаешь, я, конечно, жду не дождусь убить там всех. Может, не слишком. У него какой-то плащик фашиста, да, какой-то. Но чисто из любопытства. А мы вообще знаем, какие у компании будут планы на нас после. Прости, что? Так, ну, один рабочий вроде как предложил починить нашу посадочную капсулу, чтобы... Еще на руке это повязочка такая. Спешать с этой планеты и типа того. И, эй, это против правил! И я тут задумался, а почему наши капсулы изначально в один конец? Ну, знаешь, такое ощущение, будто компания на самом деле не любит роботов, а мы типа роботы. Я совершил ужасную ошибку. Круто, что я сразу это понял. Ты что, дружок, усомнился в компании и, наконец-то, дал мне веский повод. Убить, да? Работяги сломаны, поэтому и прислали нас. Жаль, что ты теперь тоже сломан. Спасибо, Джей. Всегда приглядываешь за мной. Ты потрясна. Так, но влюблен он в Ви, по-моему, не в Джей, да? Блин, кобздец. Давай вытаскивай вирус быстрее, он тебя спас, ты теперь его давай. А, зараза. Мне жаль. Я сорвал вам игру, устроил тебе неловкую сцену с отцом. А из-за меня ты взбунтовался, как проблемный подросток, за что тебя и убили. Хотя ты и меня кокнуть хотел, так что по морали это ничья. Ты что, его спасать не будешь, да? Ну, ты до тут не долезешь, мать. Да. Неплохая попытка. Давай спасай парня, он нас довезет. На заметку, это был самый жалкий переход от зла к добру в истории. Ты типа переметнуться хотел или что?
Быть бунтарем труднее, чем кажется. Спасибо, что посвятила в тонкости. Не-а, без дружбы всякой. Ты тут кучу людей перебил, балбес. И не поспоришь. Налажал. И ты же все исправишь. А, это гайка, да, какая-то? Ой, кобздец. Они говорят, сломаны. Да они нормальные, эти роботы. Они нашли наш пункт эвакуации. Но если мы быстренько смастерим дверь... Вы прикалываетесь? Вы же ООР! Защищайтесь! А что означает ООР? Р — это роботы, да? А ООР — это что? Отпусти этого шаблона привлекательного парня! Джей, ты порой груба со мной, и мне это не нравится. Всего лишь конструктивная критика. Хорош! Ладно. О, сбежали, молодцы. Вернемся к делу, когда разберемся с твоим существованием. Лады, кого берешь? Пожалуй, Джей. Поздняк, удачи! О, фига себе! Да, давай. А он в нее влюблен, ничего не получится. Я вот так и думала, что она не выстрелит. Дурочка! Качество и надежность товаров Джейси Джонсона! Это твое оружие где? А, вон, нормально. Давай стреляй, ё-моё, ты чё стоишь, смотришь? Вот, ох, нифига себе. А стена? А стена чё не отвалится? Я ждала, что колонна тоже такая плавка уедет. У меня мысли путаются! Нищий номерков! Жёстко. Давай стреляй! Она же всех тут переп... Ну вот она тупая или нет? Ну она реально тупая. Ну как можно не выстрелить? Стоишь первый раз, целишься, целишься, прицелишь. И ты ж пассатижи выстрелила, да и все. Ну понимаю, что один патрон в пороховнице. Ну надо тогда подойти поближе выстрелить. Потом, ладно, окей, первый раз ее ударили. Второй раз стоит такая полчаса. Где? Опять бах-бах-бах. Ну ты, не, я не знаю. Ну подойди поближе, ну подбеги, ну прям в упор выстрели. Ну как-нибудь, не знаю, ну придумай. Чё ты стоишь? Полчаса. Подожди, это они против друг друга теперь начали? Совсем крыша поехала, да, кукуха? Ту-ту. А, нет, это наш мальчик, да, перепутала что-то. Ой, кобздец. Мне очень, очень жаль. Удачи забыть это. О, какого хрена? А ты у нас нагловато для полуразумного тостера. Жертвы и раньше пытались сражаться, но твой боевой дух такой... Болезненный? Прибыль за четвертый квартал, выездное собрание руководства! Еще один сленг, и я стреляю! Да стреляй ты уже, ё-моё! Кобздец, блин. Еще условия ставит, на нее посмотри, а. Ой, кобздец. А я думала, им также снесут бошку. И они останутся живы, как тот, просто перепрограммируются и будут считать, что они нормальные и восстанут против системы. Обалдеть, Узи, это отпад! И ты тоже... Нормально, да? Тоже ничего. Энн, я теперь мрачный дрон-бунтарь-демонтажник. Uh-huh.
Дронов убийц я привела случайно. Ты же выбрал бросить меня умирать вместо того, чтобы просто, блин, поверить! И это даже не пафосный подростковый максимализм, как было неделю назад! Ну-ка, здесь, да, однако. Я избавляю тебя от проблем! Я изгоняю себя! Как так? Куда? Пойдем, Энн! А вы выкусите все! Приятно познакомиться, мистер Узи! Мистер Узи! А его реально мистер Узи, что ли, зовут? Это как-то странно звучит. Папа номер один, да. Конкретный папа номер один. Больше таких в мире нет, дебилов. Ну, в вашем. В нашем-то еще есть. Я тут, к сожалению. Попутал, а то солнце меня убьет. Надеюсь, у тебя там сцена развития персонажа или типа того. Жду, не дождусь истребить человечество. Это ведь мечта каждого робота. Надеюсь, людям на Земле хорошо. Ведь мы идем по их душе. Идем по их душе? То есть они не на Земле находятся? Озвучено Thunder Production по заказу Glitch в 2023 году. Роли дублировали: Арина Колотюк, Макс Ман, Вячеслав Никитин. Подожди, это какой-то Сатурн Юпитер, что ли, был? Ну, типа, он же мимо проходил. Или как? Что-то я не поняла. Что-то я запуталась, подожди. Нам вначале показывали, как... ну, показывали небушка, и это Сатурн Юпитер. Вот он, видишь? На стоп-кадре. То есть люди вымерли, и вот этот Сатурн Юпитер непонятный. Я не помню, у кого там есть спутник. Вот у него, собственно, спутник рядом летает. Вверху. Или его сбоку показывали, или это типа вид... небеса, не небо, и его там видно. Короче, я не поняла. Получается, они не на Земле. Это были какие-то другие люди, которые были на этой планете и померли. И там остались роботы. Но на Земле люди еще есть, да? И на Землю они придут. Понятно. Ну, прикольный мультик, мне понравился. Какой-то необычный такой, интересненький. Если тебе понравился он, обязательно пиши об этом в комментариях, потому что я все еще думаю, продолжать, не продолжать его снимать. Поэтому пиши об этом тоже в комментах, хочешь ты его видеть дальше или нет. Или если ты хочешь что-то видеть другое, тоже об этом пиши в комментах, я учту твое мнение обязательно. Ну а на сегодня мы с тобой закончим нашу видеореакцию. Наше видеореакцию. Ну, звучит странно, ломано, но ладно, зато правдиво. Короче говоря, если тебе понравилось видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай его своим друзьям, ну тоже понравится, а также подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, чтобы не пропускать, что со моим языком, все, ковздец, спать пора, чтобы не пропускать новые серии, видео и стримы. Ну всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч в этом, возможно, мультике, а может быть, других, и в игрушечках, и в видео по другим реакциям. Всем пока-пока!